Привет полуночникам. Понравилось мне это. Как ее зовут? Лена Кауфман. Обнаружил в сборниках Будда Бар. Чудеснейшую, просто очаровательную русскоязычную песню. Пытаюсь головой закрыть эту картинку. Она мне нравится, мне не особо. Сейчас в гостях. Так что возвращаемся к тему баек на ночь. Появилось время, у нас снежок, настроение соответствующее. Ух, класс. Так вот, первый вопрос, который звучит в описании сегодняшнего видео. Какой же должна быть психотерапия на самом деле? Я описываю вот то, что я делаю, то, чем я занимаюсь, то, ради чего я делаю. Ты никогда не будешь прежним. Это те там, да, те сколько-то там дней, три встречи, две недели, интенсив, которые изменят тебя раз и навсегда, которые переведут твою жизнь. Вот такой должна быть психотерапия, так она работает. И, в общем-то, на эту тему сказано самое главное. Больше и говорить-то ничего не, как-то не нужно. Ну, вот, к этому устремлены мои обучающие программы, к этому устремлено то, что я делаю. Это должно не просто приносить ожидаемый результат, а перевернуть вас. И причем так, чтобы в жизни было больше радости, жизненности, энергии и правды. Ты вот уже пару сессий мне на как это. Снисходит мне наилучшая метафора, которая подходила. С той или иной стороны образ, связанный с традициями буддизма, около буддийскими традициями, до буддийскими традициями. Сквозной образ, который, как неудивительно, дошел даже до нашей культуры. Вот, ведь я считаю, что доктор Айболит это как раз и есть вот та самая инкарнация Будды, которую мог привнести Чуковский в нашу культуру. Сидит себе доктор. Все живое приходит к нему, и он проявляет сострадание. И именно сострадание оказывается исцеляющим. Но при этом не жалость, а принятие и надежду. И вот сейчас, как обычно в ночных моих байках, я приглашаю вас не просто слушать, но и пропустить через себя. Примерить к себе вот эти самые метафоры, как я их использовал в той или иной степени. Дыхание возвращает меня к себе, замедляет. И как-то помогает мне быть более естественным и в то же время успокоенным. И в нем есть и искусственное замедление успокоения, и соединение моего биологического я и социального я, играющего, обучающего и искреннего, такого как есть. Я намекаю вам, чтобы, подключаясь более полно к этому занятию, что толку просто слушать мимоходом? Примерьте на себя. Растянуть ваше дыхание, сделать его длинным, более полным, желательно шумным. Как чувственное дыхание, как дыхание спящего человека. И примерить это метафоры на себя. И вот я говорил со своими клиентами о том, что симптомы, боль, травмы можно переживать по-разному. И традиционно, как в традиционной терапии, гипнотерапии, зачастую мы
оживляем травматичную ситуацию, как ДПДГ. В общем-то, во многих направлениях мы вспоминаем, оживляем стрессовую ситуацию, ощущаем ее в себе, понимая, что ситуация прошла, а в нас остались недопережитые эмоции, позволяя им высвободиться. И дыханием мы помогаем высвобождаться этим эмоциям. Вспоминая, мы чувствуем где-то в теле реакции, которые вызывают сопротивление. Ну, то есть мы чувствуем, что-то сдавливает неприятно. И даже не замечаем того, что в нас поднимается рвота, плач, крик. И тело срабатывает. Нет, держи, держи, держи. И дыхание мы как бы способствуем. Нет, все нормально, вырази это. И тебе полегчает. И обычно, конечно, самый традиционный способ это оживить это, выплеснуть напряжение, связанное с этим, и лишь после этого перерабатывать понимание. Ну, там предубеждения, которые связаны с вот этими чувствами, со страхом их выразить. Сокрытые когниции, представление себе о мире. Ну, типа, вместе со сдерживанием этих чувств в тебя всплывает ощущение беспомощности, бессилия, и тебе кажется, когда я их чувствую, я чувствую себя уязвимым, несчастным, жалким и так далее. Но иногда у нас всплывает сразу много всего. И иногда мы выплескиваем, выплескиваем. А переработка может затягивать процесс. И мы понимаем, что в принципе наш характер заточен на то, чтобы быть враждебным к себе, к миру. Или в той или иной степени может подойти совершенно другой ключик. И многие разные переживания и привычки отвечать той или иной стрессовой реакцией иногда можно подвергнуть сомнению. Иногда мы в принципе замечаем, что дело не только в том, что ты волнуешься, когда на тебя смотрит, и чувствуешь себя жалким, а в принципе, что ты привык враждебно относиться к себе и к миру. И человек выплеснул один раз, второй, вроде переосмыслил, но привычка не меняет когницию или по другой причине возникла потребность в другом подходе. Одухотворенном в какой-то степени, очень прагматичном. И вот мы сначала успокаиваем свое тело неторопливым дыханием. Подобно волнам, оно наполняет нас, расслабляет, умиротворяет, снижает кислотность нашего организма, становится как-то спокойно и хорошо. Мы формируем почву для какого-то здорового равнодушия. Драма, о которой мы сейчас думаем, в общем-то не актуальна. Решать ее сейчас не надо. И несмотря на то, что, возможно, ситуация не решена, сейчас я могу позволить себе расслабиться. А потом не смогу расслабиться, думая о ней, сконцентрировавшись лишь на том, что или я ее решаю, или я привыкаю к тому, что она нерешаема, и расслабляюсь все равно. И вы уже понимаете связь с тем самым таким утилитарным, житейским, терапевтическим, упрощенным буддизмом. Как научить свою душу, свое тело согласиться с мыслью? Действительно, если проблему сейчас не можешь решить, расслабься, переключись. Но наши эмоции обычно командуют. Но ключ к эмоциям интересный. Сначала неторопливым дыханием и приятными образами мы размягчаем почву, мы успокаиваем себя. И все же мы понимаем, что отвлекаясь, расслабляясь, проблему не решить. Дилемма остается, недоверие где-то внутри, что это сработает. Ну потому что такая простая вещь, как она может сработать?
слишком просто, чтобы это выполнило психотерапевтический эффект. Сомнения, недоверие, опыт прошлых провалов, неполноты, тревога по поводу того, что вот я попробую, снова разочаруюсь и так далее, вся эта фигня. Мы обращаем на это внимание, но лишь на телесный компонент. Где это в теле? И я люблю уже не первый раз применять метафору дерева. Представлять себя деревом, прям вообразить себя деревом. И люди, которые практиковали упражнения, уже развивали свою гипнабельность, координацию между мыслями, ощущениями и эмоциями, легко воспроизводят этот образ вместе с ощущениями. Они могут вообразить себя деревом, и вы можете сейчас. А ваши мысли, как птички, нечто отдельное от вас. Дерево не беспокоит, а птички по своей природе беспокойны. И даже то, что, возможно, вы пытаетесь делать упражнения, мысли о том, об этом, может, не обязательно может вас беспокоить. Эмоции, переживания и чувства второго рода. Волнение по поводу того, что я не могу где-то расслабиться полностью, можно тоже успокоить. Не только мы можем остаться беспокойными, но по этому поводу не беспокоиться. Второго рода, второго порядка. Пусть птички беспокоятся, и, возможно, они успокоятся вслед за мной. Мои ощущения, как зверушки, где-то внутри моего тела и лазят, но я дерево, я живу в другом темпе. И некоторым уже отзывался и этот образ, а, возможно, и вам. Возможно, вы настолько гибки, что вы принимаете этот образ, он превращается в воображение, в ощущение, вы действительно чувствуете все, да, у меня какие-то реакции, суета внутри, но я по этому поводу спокоен, как древо воспринимаю, во мне живут зверюшки, во мне волнительные птички мои мысли. Но я ко всем к ним отношусь благостно. И недавно я попробовал добавить к этому образу архаичный символ, проходящий через несколько культур. Еще до Будды существовали персонажи, похожие на него. И он, как правило, сидит под большим развесистым деревом. И вот мой клиент никак не может успокоиться. У него то одно, то другое. Вот эта суета, он волнуется из-за того, что не может успокоиться. Вот это второго уже, как это, второго порядка переживания. Я говорю, воспринимай это волнение, тревогу, недовольство тем, что не получается идеально, как данность, как птичек, как животных. И перемещай свое внимание внутри тебя, твой позвоночник дает ощущение такое же, как дерево. Оно ассоциируется с внутренним стержнем, он тверд, нетороплив, крепок. И я чувствую его, ассоциируюсь больше с деревом. Все остальное тело. С тем, что происходит вокруг. И где-то под самым деревом сидит тот самый Будда, который на все смотрит благостно. С легкой полуулыбкой. Он внутри себя. В своих переживаниях. Если вы решитесь, вы можете на фоне неторопливого дыхания примерить и этот образ. И осмелиться ощутить, что в вашем теле есть какие-то переживания, ощущения, которые вам казались дискомфортными. Которые могут оказаться связаны с волнением, с тревогой, с недовольством, с торопливостью, с суетливостью. Можете ли вы воспринимать их так же, как и приятные ощущения, одинаково. Просто ощущать их и все. Если это затруднительно, возможно, образ дерева, связанный с позвоночником, ощущением его, корнями, уходящими в землю. Пусть фантазия работает, но буду разжевывать. И Буддой, где он находится в ощущениях? Там, где вам спокойно и вы благодушно, сострадательно можете воспринимать одинаково волнительных птичек
снующих животных. И именно эта мудрость и созерцательность видит эстетику во всем. Он любуется кругами, которые нарезают тревожные птички, изяществом тревожных зверьков созерцает. И вы примеряете это на себя. И в каждый момент вы можете задаться вопросом: могу ли я быть благодушным или безразличным к этой реакции моего тела, к этой мысли, к этому ощущению? Могу ли я отпустить отношение к ней? Могу ли я позволить мыслям быть потоком? Птичками, животными, рыбками. Тем, что живет отдельно от меня, никак не относясь к ним или любуясь ими со стороны. Появятся ли у вас эмоции по этому поводу? То ли в связи с тем, что у вас это получается, у вас приходит идея, что это здорово, и вам становится, возможно, приятно, весело, как мне сейчас. Или наоборот, что что-то в этом недоступное, что-то в этом не так. И к этому вы тоже можете быть благодушны, благосклонными. И вы примеряете этот образ Бога, сидящего под деревом, где он в теле. Чтобы возникла эта отдельность, разотождествленность на телесном уровне. Но драма в сегодняшнем клиенте была достаточно интенсивной. У него то получается, то вдруг его перфекционизм все время делал его одержимым. Это не получается, ему делать это идеально. И тогда мы продолжили идти в древность архетипа пре-Будды, после Будды, через несколько культур, ассоциирующиеся с околобуддийскими практиками. И знатоки, наверное, их узнают. Но я все упрощаю. Жестокие утилитарные психотерапевты. Расслабляюсь. И вот мы вспоминаем легендарные провокации Будда, подобно Христу. В своей главной медитации, как Шива, были испытуемы страхом, соблазнами. Им приходилось сквозь ужас, соблазн, усталость и голод быть сосредоточенными на главном. Они слышат рядом рык тигров, звуки сражения. И осознание простое. Да, это ужасно, это страшно. Но если я открою глаза, и я... Может быть, даже убежусь в том, что действительно реальная битва, реальный тигр готов сожрать меня. Разве это меня спасет? Может быть, это майя? Иллюзии. И по некоторым сюжетам майю, как соблазн, наводили намеренно. Гневные демоны, мастера иллюзий. И Будда не позволяет себе открыть глаза, несмотря на ужас и страх, сосредоточенный на главном, на своем процессе, что бы это ни было. В данном случае ваше внимание остается внутри и настроено именно на успокоение, именно на чувство тела, принятие всего, что происходит в теле, благодушно, реакцию на гневных демонов. И эта реакция превращается в демона. Нежелательная боль, сдавливание, суета, истерика внутри, недовольство, не получается, бессилие. И эти гневные демоны внутри нас беспокоят. Соблазны покушать, попить. И да, и того, и другого соблазняли. Танцовщиц.
И казалось бы, хоть одним глазком проверить, посмотреть. Сначала запахи, наверняка. И вся атмосфера мастера Камы. Соблазна, восторга. Сколько там, 13 стрел у Камы? В разных мифах, легендах повторяются сюжетные линии. Красота и соблазн, жадность, голод, невыносимость. И, конечно же, отчаяние, связанное с тем, что мне не по силам это испытание, лучше сдаться и все такое прочее. Как голодные демоны окружили его и приближаются, ужасая. И вот эти ощущения телесные мы визуализируем. Что невыносимо сейчас чувствовать, что не дает расслабиться, сосредоточиться. Не нужно с этим бороться. Ощути это в теле и вообрази это, визуализируй. Будь то суетливость какая-то невозможная, раздражение, не получается упражнение. Что это? Мы визуализировали одного, а то и двух-трех демонов. Телесные ощущения. Казать, они просто связаны с тем, что я неудобно сижу, у меня нетренированная спина. Но когда этот образ разворачивается во всей своей красе, и я вижу эти демонические сущности, живущие, вызывающие у нас трепет, майя, магия, он как будто бы в стороне от меня, а я чувствую его влияние в своем теле. И тогда, в соответствии с сюжетом, отважный, мужественный, испытуемый раскрывает себя и говорит: «Нате, демоны, видите картинку? Вот она. Угощайтесь моим телом, жрите мою плоть, пейте мою кровь. Я даю вам свое тело на растерзание, я даю себя почувствовать, я перестаю вытеснять, подавлять, отвлекаться, делать что-то, чтобы выплеснуть это. Я расслабляюсь душой и чувствую это в теле, эту вибрацию, эту невыносимость. И, возможно, визуализирую это. Они жрут, терзают тебя, ты просто сдаешься. Ты дышишь, чтобы не дать себе затаиться, прочувствовать все сполна и спить эту чашу до дна. Прочувствовать это, дойти до конца. И вот они сжирают тебя полностью, не оставляя ничего человеческого. То, что ассоциируется на языке Кастанеды с вот этой самой одухотворенной сердечной безжалостностью, становится живым, осязаемым опытом. Жалость себе, которая мешала освободиться, освободила нас. Они жрали, терзали нас, и, пропустив через тело, мы ощущаем: «Боже, стало легче, стало хорошо». И голодные духи, сожравшие нас, примиряются, проникнувшись нашим состраданием, принятием, безусловным принятием. Мы не боролись, мы не вытесняли, мы не прятались, не убирали, накормили их собой. И это усмирило их. И они начинают нам служить, дают нам новую плоть, становятся нашей плотью. И то, что беспокоило меня, становится моей жизненной энергией. Из демонов состоит моя мощь, плоть. Но теперь мой освеженный, прошедший испытание дух подчиняет их. Они во мне, они дали мне новую плоть, оживили меня. И вместе с появившейся сердечной безжалостностью на языке Кастанеды возвращаемся в жизнь. Мы чувствуем себя в этой самой свободе и силе, энергии. Прожить полностью, сполна. И мы ощущаем, что появляется в теле, пропуская это вместе с дыханием, расслабляясь. Ключик. Нежелательные ощущения, эмоции мы чувствуем, дыша полностью, но расслабленно, не давая в этих местах затаиться, стараясь оживлять именно это место.
не давая телу сжиматься. Пусть лучше трясет, трепещет, пусть вибрирует то, что потаенно, даже если мы это не осязаем. Может визуально, может эмоционально, мы проживаем, пропуская через себя, пока не полегчает, с благодушием. И таким образом мы не только, как это, становимся благодушными к реакциям на симптом, исцеляем какие-то симптомы, не даем им стать нашими террористами, но мы овладеваем их силой и в принципе меняем на уровне характера свою реакцию на то, что нас беспокоило, на стрессоры. Вот такая, можно сказать, буддийская проработка характера и выработка указанных качеств. И хорошо бы запомнить это ощущение себе под деревом. Добрый доктор говорит, он под деревом сидит. И ходит не волчица, и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Всех излечит из свит, добрый доктор говорит. Приходили наши звери, наши демоны домой. Мы их приняли, угостили, покормили, примирили. Внутреннее примирение. И мы исцеляем на уровне характера привычки отвечать на стресс избеганием, борьбой, затаиванием. Новым способом, новым подходом. И, возможно, этот рассказ, этот метод, этот подход вызовет реакцию у духовных искателей, у буддистов, востоковедов, и даже комментарии о профанации и чем-то еще. Утилитарная польза, конкретная. Уже проверим. Хорошо работает. Конечно же, это формат ускоренный, поверхностный. Но тем не менее и он показал себя, как работает, если вы увлекаетесь. Но все-таки дайте мне обратную связь. Нужно ли это делать быстрее, медленнее? Какая из этих метафор сработала для вас? Возможно, что бы вы предложили добавить или убавить. Ну и, конечно же, я вас приглашаю на программы и обучающие, и клиентские. Приручить своих демонов, сделать их своей силой, разбудить в себе чувство исконного, сильного я, свой изначальный дар, свою изначальную силу, быть в контакте с ней. То, что поможет вам в самых сложных ситуациях, найти источник энергии, силы, мужества для поступков, для следования своей тропой. Для хорошего настроения, вот этого самого позитива, для способности найти новые решения даже в сложной ситуации, для переработки отпечатков, боли, травм. И, конечно же, для того, чтобы научиться работать быстро, качественно, четенько, как я говорил, в том, каков, собственно, символ вот той терапии, психотерапии, которая, я считаю, должна быть. Быстро, качественно, то, что изменит вас раз и навсегда. Вы никогда не будете прежними. Целесообразно. Меняя привычки, характер, целостность. Возвращая вас к вашему ядру, к вашей исконной идентичности, раскрывая вас по всей своей харизме. Ну и, конечно же, исцеляя конкретные симптомы. Боли, эмоции, которые беспокоят, поведение, телесные реакции. Мои ученики, студенты, клиенты знают, как я работаю быстро,
Некоторые вещи одна сессия, некоторые три. Расстройства исцелялись, даже клинически диагностированные за 1-2 дневник, такое тоже бывает, как, что меня даже удивляло и было не раз. Вплоть до того, что 2 месяца на переработку диссоциативного травматического расстройства. Ну, это профессионалы понимают. И также я учу. По отзывам моих студентов можно увидеть, как быстро и четко они начали работать, как внятно я рассказал, и как я не слез ни с кого, пока не научил тому, что нужно делать, и как исправлять ошибки, и в какой-то степени справляться с неожиданными сложностями. Ну что же, если считаете, что надо продолжать в этом духе, ставьте плюсики, лайки, но еще важнее перепосты. Не поленитесь поделиться этим. А я пока посмотрю, есть ли вопросы. Не листается. Я вопросов не вижу. Не исключено, что кто-то задал, но система притормаживает. Постараюсь тогда ответить позже. А вижу, что какие-то комментарии есть. Сейчас попробую. Леня, привет. О, вижу все. Привет. Да, Катя, ты лох. Вот, не, ну бывает, конечно, расстройства эмоциональные, психические, бывает, что профессионал не умеет именно с конкретно там с мультитравмой работать или с монотравмой, бывает такое. Простите, это безобразие. Ой, я показал эту картину, которая мне нравится. Так. Так, ты ходить больше, это крутой скилл. Женя знает, что как ходить можно. Для меня это не факт. Нас надрессировали на критическое мышление так, что мы не можем точно знать, что человек может быть. А может и не ходит. Может, не может. Такая потрясающая история недавно была с клиентом. Интереснейший клиент, потрясающая история. Криминальные, там, криминальное прошлое, большие деньги, опасности, все дела. И вот я, ну так иногда мы используем, да, прошлый опыт. Вот, и вот я в одной из работ спрашиваю его, а есть у тебя, наверняка же у тебя в опыте есть что-то, когда ты к чьей-то агрессивной реакции относишься равнодушно. Кто-то на тебя, кто-то про тебя что-то плохое говорит, и тебе это безразлично. Он вспоминает, нет, не было такого. Ну да ладно. Ну, если вот какой-нибудь бомж на улице вообще скажет что-то там такое про тебя, тебе не все равно, блин, нет. Были ситуации. Я, если мне это самое, как я как-то не отвечу, я буду чувствовать себя очень хреново. Ну, ладно. Блин, ну, а если вот эта мелкая собачка, типа, на тебя лает, там какой-нибудь пекинесик, он говорит, нет. Я говорю, подожди-ка, дорогой, как получается, реакция, то есть я помню, ты мне рассказывал, тебе ко лбу приставляли пистолет, ты с каменным лицом гнул свою линию, тебе было страшно, это понятно. Когда лает пекинес, когда там на тебя какой-то бомж отрывается, тебе тоже невыносимо. У тебя что, ну там страшно и гневно, там я забыл сказать, перепутанная реакция, страх и ярость. Он говорит, да, говорит.
И что? Он говорит, ну, немножко отличаются, конечно, реакции, но в принципе одинаковые. Это прекрасный пример, как мы того, что мы называем, да, стресс, это не специфическая реакция организма. О том, что мы можем реагировать на какого-то пекинеса, который может только придавить нам пальчик, так же, как на реальный стрессор, когда опасно. Представляете? Впечатлился этой историей. Понятное дело, что это индивидуальная психическая организация, и у этого была предыстория, но, возможно, вам этот пример будет интересен, что меня он очень впечатлил. Так, если кто еще чувствует себя лохом, у вас есть еще шанс. Я еще немножко клиентов беру онлайн сейчас, и предстоит интенсив в Киеве и часть интенсива в онлайне, и себя проработать, и тем, кто хочет с другими научиться работать быстро, четко. Пишите мне об этом. Чем раньше заявляетесь, принимаете решение, тем больше бонусов. На этот раз программа будет в 2 раза дороже, чем раньше. Ну, потому что и скиллы я подогнал, и регалии я уже наполучал очень, очень нормально. И структурировал методы так, что я еще быстрее могу научить. И еще четче работать. Ну и опять же, в комплекте будет куча материалов, которые помогут вам доучиться. То есть в 2 недели вкладывается курс, который раньше разворачивался за практически за год. А насколько я вижу по людям, которые приходят ко мне из других обучающих программ, то и за 2-3 года они не умеют вот так вот четенько до конца работать, диагностировать, понять суть проблемы. Я прорвался очень серьезно. Просто я тороплюсь, вторая половина жизни, я тороплюсь структурировать и передать свои умения и знания. Так что пишите и до новых встреч. Что-то прям очень хочется расставаться, это личное.